Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас знает, насколько богат русский человек теми, кто был до нас, той классикой золотого века, серебряного века, поэтов, писателей, музыкантов. И так много талантов, которыми славилась Русь. И сегодня мы живем в 21 веке и видим таланты, но так хочется иметь тот же богатый цвет, который был раньше. И мы хотим данными программами не только прикоснуться к тому, что было в истории, но воскресить и дать движение жизни уже в новом поколении. И Дух Божий нам поможет это сделать. Поэтому мы не только дотронемся до золотого, до серебряного века, а мы достанем оттуда ту драгоценность, которую принесем в Божье присутствие и размножим Духом Святым. Потому что у Бога в Его Духе есть способность животворить. И поэтому мы хотим воскресить тот потенциал, который ушел раньше времени. Мы знаем, как много поэтов ушло в самом рассвете своих сил. Значит, потенциал не был реализован. И сегодня у нас с вами есть возможность его возвратить в русскую душу, в сердца, открытые перед Богом. Богословский. Лепта вдовицы. Учениками окруженный у входа в храм стоял Христос. Туда народ, душою сокрушенный, что мог, в сокровищницу нес. И с теплой верой благость Бога кругом в сокровищницу ту иные клали очень много, а те — посильную лепту. Но вот с молитвою за ними вдовица тихо подошла, и лепты две — для всех незримо на дело Божье отдала. И говорил Христос, и силой дышали Божии слова, всех больше ныне положила вот эта бедная вдова. Богатых лепта, без сомнения, для них излишнюю была. Она же с верой во спасение все, что имела, отдала. Благодарю Тебя, Господь, что Ты наделяешь нас всем, что мы имеем и чем обладаем. Мы можем считать это своим, но Ты нам даешь не только руки, но и способность трудиться, таланты, дары, возможности, здоровье. И все, что мы приобретаем, оно видится как свое. Но на самом деле это милость Твоя, которой Ты окружил нас, и мы можем принимать это из Твоих источников. И я благодарю Тебя за всякое благое даяние, которое от Твоего престола в нашу жизнь уже пришло. Я благословляю грядущие дни. И я верю, что Ты Альфа и Омега, и Ты обеспечишь всем необходимым не только сейчас, не только в прошлом, но и в тех днях, которые еще нас ожидают. Поэтому благословляю сейчас жителей Земли при всех переменах, которые есть сегодня в сферах и финансовых в том числе. Благослови, Господи, нас Твоим обеспечением и Твоей безопасностью. Майгута тайна битеклетес, майгута фатер мираплет, лакана тули калеведес, авира фрута саливедес, лапанда хида питалест. Лакуна канда битеклейдер, ливарда гута лида сад, липина круда саливердер, аманта кина палилендес, айвата тури араплетес, ликина крайтер мир калайт. Камона тали калаветас, кипарта лори калавет, липина кунда сали клотас, камира клада сури лотас, айвори пендас канта плейс. Аймера сет, лаварда гродас, камира клидас анта вейт, липина кот, ливарда глодант, лекендас киндас анта флейс. Дух Святой, я благодарю Тебя, что никакая лепта не проходит мимо Твоих весов и Твоего взора. Научи нас быть щедрыми, потому что Ты такой. Щедрость Твоя, она наполняет леса, она наполняет сады плодами. Слава Тебе за это. И пусть в наших сердцах щедрости будет много. Я благословляю, Господь, всех, с кем мы соприкасаемся, на преображение в Твой образ. Во имя Иисуса Христа. Аминь.